Покажите мне, мужчине. Давай, отдохнем, приехали. Что? Конфетку. Все, результат хороший. Карамель. Да, давайте. Конфеткой закушаем. Покажи я конфетку-то людям-то. Красный карамель. На пальчике написано. На пальчике написано красный карамель. Ребят, к чертям проценты. Ну все, сейчас наша короли. Когда по слухам у запруды. Вот такие вот ходят караси. Рассказывай, да. Ну таракани, где ты войны? Узеки дали. С лигами война. А на рыбалке все спокойно. И тишина, и тишина. А мне что? Пускай политики в запале зовут весь мир пустить на слом. А рыболов ко всем лоялен. И на реке, и за столом. Его улов хорош на диво. Душа спокойствия полна. 2-3 сосиски, кружка, пиво. О, и тишина, и тишина, и тишина. Куда, скажите мне, мужчине, бежать от нервных передряг? Ступай ловить ершей к плотине и заходи потом в кабак. Пускай от рук отбились дети, скрипит сварливая жена. А на рыбалке солнце светит. И тишина, и тишина. К чертям проценты, банки, суды, газеты, тресты, короли. Когда по слухам у запруды вот такие вот ходят караси. В тьму таракани, где ты войны? У Тори с ригами война. А на рыбалке все спокойно. И тишина, и тишина. Чи-чи-чи.